Продажа, продвижение продукции региона на национальные и международные рынки – это главная задача традиционной выставки форума, сделанного в Ульяновской области. На мероприятии губернатор Алексей Русских пообщался с бизнесменами и ознакомился с их продукцией. Только что я осмотрел выставочную экспозицию и скажу честно, впечатлен и восхищен многообразием продукции, ее качеством. Отрадно, что многие предприниматели весьма успешно заняли закрытые ранее иностранными производителями ниши, расширили товарные линейки, освоили новые направления и технологии. Я благодарю каждого из вас за такую достойную работу. Глава региона вручил награды лучшим из лучших в предпринимательской среде. За особый вклад в развитие предпринимательства почетными грамотами и благодарственными письмами удостоены представители делового сообщества, отраслевые специалисты и владельцы фермерских хозяйств. Среди них директор Ульяновского хладокомбината Сергей Малышев. По его инициативе предприятие успешно стало использовать бренды «Союз мультфильма». Наш хладокомбинат порадовал любителей мороженого новой продукции, на упаковке которого красуется всеми любимый герой фильма «Чебурашка». В конце прошлого года мы заключили лицензионное соглашение с кинокомпанией, которая сняла нашумевший блокбастер «Чебурашка». Вот. Мы заключили его на 3 года. У нас есть право производить мороженое под дизайном вышедшего из фильма на протяжении 3 лет на территории России, на территории СНГ. Важной частью форума стало заключение соглашений, которое обеспечит логистику и успешное функционирование канала «Средняя Волга», «Каспийское море», «Персидский залив». Масштабный логистический проект, инициатором которого стала Ульяновская область, является составной частью транспортного коридора «Север-Юг». Он позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов Средней Волги, регионов Приволжья и Европейской России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии. Важнейшая задача с точки зрения развития и сельского хозяйства, и сельских территорий, и смежных отраслей субъектов Поволжья – это дать выход продукции агропромышленного комплекса Поволжья на мировые рынки. Вот таким самым логическим коротким путем является Волга, Каспий, транзит через Иран и далее в Индийский океан. Торгово-логистический канал «Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив» стал главной темой обсуждения и на заседании экспертного совета при губернаторе, который прошел на площадке выставки. В настоящий момент упаковка проекта находится на завершающем этапе. Контуры его реализации понятны. С нами уже работают и логистические партнеры, и соседние регионы. Это Республика Мордовия, Чувашия, Татарстан, Мариэль, Кировская и Пензенская области. Среди гостей мероприятия можно было встретить зарубежных партнеров региона, байеров, специалистов по закупкам и торговым операциям на рынке брендовых товаров. У нас большое количество иностранных байеров работает: Казахстан, Эмираты, Иран, Узбекистан, Азербайджан. Наши коллеги, которые сегодня уже в течение нескольких дней работают по предприятиям в байерском туре, смотрят, оценивают. И сегодня практически более 27 компаний, которые работают на B2B здесь, для того, чтобы продвинуть и продать свою продукцию. В Ульяновской области сегодня в малом и среднем бизнесе трудится более 200 тысяч человек. Это более 30% трудоспособного населения региона. У посетителей в условиях нового времени интерес вызывала продукция консорциума «Управление военными запасами». В компанию входит несколько юридических лиц из Ульяновской области, Татарстана, Алтайского края и Москвы. В нашей области головное предприятие находится в Димитровграде. Спектр продукции обширен, начиная от экипировки и заканчивая спецсредствами для военнослужащих. Компания разработала на основании полученных рекомендаций от медиков ФСО. Это двойной рюкзак фельдшера. Рюкзак сделан согласно рекомендациям полностью, начиная очень грамотно расположенной логистикой. В рюкзак входит порядка 160 наименований, то есть чем он комплектуется. И на данный момент мы уже производим не единичные экземпляры, а это массовое производство. Поставка идет через Народный фронт «Все для победы». Осуществляется в различные подразделения. У нас есть заказы как бы на это изделие. По соседству с площадкой консорциума расположился со своей продукцией управление Федеральной службы исполнения наказаний. Мы исправительное учреждение. Здесь выставили продукцию, которая производится в наших исправительных учреждениях, в центрах трудовой адаптации осужденных. Ассортимент продукции у нас очень большой, достаточно широкий. И наши подразделения тоже сами по себе, они многопрофильными являются. То есть на базе одного учреждения, в отличие, например, от коммерческих организаций, мы специализируем на выпуске большого ассортимента продукции и изделий.
Всего на площадке выставки форума ульяновские производители предложили более 1500 наименований продукции. Это изделия легкой промышленности, продуктов питания, строительства жилья, техники, сувенирной продукции. Выставка форум еще раз убедила в том, что производители Ульяновской области способны предложить покупателю качественные товары и услуги. Ирина Антонова и Даниил Сурков, Улправда ТВ.